Доброе утро, доброе утро. Ну, такая мокрая. Мокрая — это хорошо. Бай-бай. До свидания, Селемия. Здесь было очень классно. Бай-бай. Поэтому сечки можно сказать, попросить. Так, Данила здесь, а ты Леша видел, а Даня не видел. Они все внизу. В каюте, да? Я в каюте стоит. А ты что скажешь с берега? Папа, мам. Я пошел за это. До следующего года. Пока-пока. Белла хомячит помидоры. Вкуснее, чем конфеты? А? Помидоры вкуснее, чем конфеты? Красотень. Заметно, только здесь проще подход, чем в Мармарисе. Очень красивое место. Яхта Джеймса Бонда. Практически за каждым камнем прячется яхта или катер. А вот и рыбаки. Какая красота! Мы, конечно, на своей яхте со своей осадкой вряд ли на эту мель могли бы зайти, но шикарно смотрится. Потрясно! Отмель, отмель, смотрите, какая длинная отмель. Когда не можешь разорваться и выбрать один штурвал. Ну как тебе, Яхтинг? Я еще не сделала свой вывод, чтобы сказать это. А когда ты сделаешь свой вывод? Где-то через минут 10. Мне что, 10 минут сидеть смотреть на тебя? Нет, я тоже не знаю. Хотим попробовать попасть.
городскую Марину. Так, парковаться вроде бы показали вот в это место, между тут двух кораблей. Вроде бы места достаточно. Ну что, мы припарковались в городской Марине. Какого населенного пункта? Бузгрум. Бузгрум. Сейчас мужчины пойдут выяснять, сколько нам это обойдется. Одна ночь, да? Да, нам одна ночь и электричество. С электричеством. Мы потом пойдем искать пляж. Надеюсь, он недалеко. Потому что в Марине здесь явно места для купания нет. А сейчас фильм ужасов органов опеки. Мы оставляем детей одних на яхте, а сами отчаливаем по магазинам. Пока! Вот такая городская Марина. Мы уже успели расстроиться, потому что оказалось, что здесь ба-бам, платный туалет и душ. Это при том, что вы заплатили за Марину, заплатили отдельно за электричество. Если бы нам была нужна вода, мы бы отдельно заплатили за воду. И еще отдельно каждый раз платите за душ и туалет. Как-то, на мой взгляд, неправильно. Мы искупились в Мигросе. И идем обратно, потому что все-таки дети одни. Надолго их оставлять стрёмно. На улице очень жарко. Прям жара. Вот сейчас, хотя начинает уже чуть-чуть ветерочек появляться и дышится легче. Но когда выходили из яхты, это прям вообще было духота. А я лежу в теньке от вот такого приподнятого тузика. Отдыхаю. Вынесла себе подушечку. Очень душно днем прям вообще. Солнце шпарит, тенечка нет никакого. Сейчас, надеюсь, мы соберемся и пойдем на пляж. Народу много, приходится подстраиваться. Так бы я, наверное, сразу побежала на пляж. Ну, пляж здесь какой-то такой, так себе. Лежаки платные, 10 турецких лир. Ну, мы решили зажмотиться, не тратиться. Нам особо лежать не надо, нам покупаться больше интересно. Вот. Камни, противное дно, естественно. Вода не такая бирюзовая и прозрачная, как в прошлом месте. Ну, что делать? Жарко, все равно в воду полезем. Вот это вот городской пляж Бузгрум. Ну, такое печальное зрелище, если честно, с какими-то лужами. Скажу честно, вода даже рядом не стояла с тем, какая вода в Селении. Чистая, прозрачная. Здесь дно песчаное, то есть пляж мелкие камни, само дно в море песчаное, вперемешку с какими-то водорослями, травой. И вот такое вот мутное, то есть ты идешь, поднимается муть вокруг тебя. Идти приходится далеко. Ну, я скажу честно, после Селемии смысла сюда ехать нет. Но если вы вдруг надумаете сюда идти, то рекомендую вставать на якоре где-нибудь вон там вот. Ну или вот там вот, здесь много мест. Стоять на якоре и купаться возле яхт. Там вода намного чище и намного приятнее. Ну и, соответственно, с учетом цен, вам это обойдется намного дешевле. Готовим ужин. А Белла ловит ужин. У
успешно. Уже поймала несколько рыбок, но они были очень маленькие, мы их выпустили. Лодочки продолжают прибывать. Вот даже не знаю, куда этот катамаран будут швартовать. Вообще особо мест нет. А у нас уже пахнет жареной рыбкой. Сейчас будем ужинать. Белла поймала рыбу. Надо ее в заморозку, в морозилку, чтобы она заснула. Давай сюда. Не будем. Покажи, Витя. Вот это рыбина! Белла! Зажаренная рыба, которую поймала Белла. До этого она всех рыбок отпускала. А эту мы скушаем. Белла немножко расстроена, потому что ей жалко рыбу. Ночной босбурун. Смотрите, эти лампочки яхт, стоящих на якоре. А вот это вид на марину, в которой, кстати, стоим и мы. Вот где-то здесь одна из этих лодок наша. Вот. А мы гуляем по городу. Ветра нет, тишина, поэтому ночь будет душной. Что, звезды смотрите? Да. И фонарики на кораблях. Спутники еще. И спутники еще.